В Магадане прошел чемпионат и первенство города по художественной гимнастике. Почти сотня спортсменов за минуту демонстрировали навыки, полученные за год. 60 секунд для каждого в этом турнире могли стать решающими для спортивного роста. В конце года мы подводим итоги, и на этих соревнованиях есть возможность выполнять разряды. А именно первый взрослый разряд, его можно только на соревнованиях городского ранга. Альбина Сироткина шаг за шагом идет к успеху четвертый год. Ее первый выездной турнир проходил в Биробиджане. Командная бронза, говорит спортсменка, вдохновляет на новые победы, прежде всего над собой. Вдохновение ищет и Светлана Федорова. Ей представлять Колыму на выезде пока не приходилось. Но художественная гимнастика, считает спортсменка, у нее в генах. Я в детстве очень любила смотреть мультики про балерин, потом мама поняла, что гимнастика – это для меня. Учебный год был успешным, считают тренеры. Светлана Никишева стала серебряным призером на чемпионате Дальнего Востока. Команда колымских гимнасток взяла бронзу на первенстве Еврейского автономного округа. А магаданское золото в этот раз досталось Марии Шаминой, Дарье Задорожной, Татьяне Соколовой, Василисе Малюковой, Елизавете Саратовой, Кристине Шелаховой, Кристине Афанасьевой и Светлане Никишевой.